Годовая инфляция в республике в августе замедлилась до 13,8%. Это ниже уровня ЮФО и по России в целом, сообщает пресс-служба Национального банка России по Калмыкии. На динамику изменения цен по-прежнему влияли рост предложения фруктов и овощей, произошедшее ранее укрепление рубля и сдержанная потребительская активность. Также среди причин коррекция цен на баранину после резкого повышения в июле и эффект высокой сравнительной базы прошлого года по некоторым услугам. Годовой прирост цен на продовольствие в августе снизился до 14,1%. Более благоприятные, чем в прошлом году, погодные условия на юге России, расширение посевных площадей и хороший урожай увеличили предложение овощей и фруктов. Благодаря господдержке животноводы увеличили темпы производства мяса и молока. Выросло предложение свинины, птицы и продуктов их переработки. А рекордный урожай зерна и наращивание производства комбикормов сократили расходы местных хозяйств. В результате снизились темпы прироста цен на мясные и молочные продукты. Темп прироста цен на непродовольственные товары в августе также снизился до 17,2%. По-прежнему медленнее дорожало моторное топливо из-за насыщенности внутреннего рынка и экспортных ограничений.